Добрый день всем. Сегодня, как и обещал, мы с вами поговорим о периодизации нагрузки в армрестлинге. Ну, первое, что хочу сказать, что такое периодизация, наверное, все знают. Если кто-то не знает, я скажу, это, ну, грубо говоря, это варьирование нагрузки в вашем либо микроцикле, либо макроцикле, либо по тренировкам. В общем-то, это варьирование нагрузки. Любой спортсмен, который занимается уже достаточное количество времени, он понимает, что заниматься с одной нагрузкой постоянно невозможно. Это приведет либо к недотренированности, либо к перетренированности, что, в общем-то, в итоге приведет к нас к отсутствию прогресса, к которому это, мы все, я надеюсь, стремимся. Все понимают, и подробно останавливаться на этом не нужно. Вот. Мы здесь, в нашей секции, в клубе «Скандербек», на базе спортивного общества «Локомотив», очень долго экспериментировали. Мы пробовали обычные циклы силовые, то есть тяжелоатлетические. Мы пробовали циклы из мира пауэрлифтинга, то есть мы работали 6 недель в цикле, мы работали 12 недель в цикле. Сразу хочу сказать, что эти циклы из мира тяжелой атлетики, из мира пауэрлифтинга, они, конечно, эффективные. С этим никто не поспорит. Но они рассчитаны на большие мышечные группы, такие как квадрицепсы, там, прямые мышцы спины и пекторальные мышцы. То есть именно вот для этих групп мышц больших, именно на уровень восстанавливаемости этих мышц они и рассчитаны. Для армрестлинга они подходят не очень. Почему? Потому что мы тренируем в основном мелкие мышцы, то есть бицепс, там, сгибатели предплечья, пронаторы, отведение и так далее. То есть нам вот такие растянутые большие циклы, они не подходят. Во-первых, потому что наши мелкие мышцы, несмотря на распространенное заблуждение, что бицепс восстанавливается долго, на самом деле это не так, он восстанавливается быстро. И не говоря уже о мышцах предплечья, которые очень выносливы, они восстанавливаются буквально на следующий день после тяжелой тренировки. Поэтому вот такой растянутый большой цикл по времени, он нам не подходит, поскольку у нас просто будет медленный прогресс в наших целевых мышечных группах. Вот. Поэтому мы путем долгих экспериментов остановились на трех вариантах, которые я вам сейчас подробно расскажу, циклирования нагрузки, которая подходит именно для армрестлинга. Значит, первый вариант, он самый простой. Его подсказал мне когда-то очень давно, году, наверное, в 2004-м еще, Изман Илья из Украины. Вот, он тренируется сам так, он прогрессирует, и мы, попробовав этот цикл, тоже прогрессировали. Значит, в чем заключается этот метод, который подсказал нам Илья в свое время? Вы делите свои тренировки на 4-недельный цикл силовой. Значит, на первой неделе вы работаете, скажем так, делаете в ваших целевых упражнениях, в которые вы хотите спрогрессировать, по 3 подхода, где-то по 15-20 повторений. Это у нас, так скажем, такая вводная неделя идет. И нагрузка там будет примерно 30-40% от вашего повторного максимума. Еще раз остановлюсь на том, что это вводная неделя, она многим покажется легкой, но она такая и должна быть. То есть ее осознанно усиливать и утяжелять не нужно. Вторая неделя у вас будет примерно с нагрузкой 70% от вашего повторного максимума, и там где-то нужно делать 4-5 подходов по 8-10 повторений, вот, ну, с нагрузкой 70%. Третья неделя, это уже у нас будет 80%, и там мы работаем также 4-5 подходов по 6-8 повторений, но лучше по 6, до 8 лучше не подниматься. А вот четвертая неделя в этом методе, это самая ударная неделя, здесь мы работаем пирамидой, здесь мы делаем 6 подходов в каждом упражнении. Начинаем, естественно, с маленьких весов, и в итоге к последнему подходу мы выходим на 100% от ваших возможностей. То есть это у нас неделя, мало того, что она самая ударная, она также еще является и проверочной. Получили ли мы прогресс? То есть если вы в последнем подходе 100% нагрузкой подняли больше, чем один раз, подняли там 2-3-4 раза, обычно это так и получается, значит, вы уже получили какой-то прогресс. И следующие 4 недели вы уже рассчитываете от нового повторного максимума. То есть не того, который у вас был,
А уже тот вес, который вы принимали за 100%, это он у вас уже будет 90%. Поэтому вы принимаете новый вес какой-то за ваш повторный единичный максимум. Вот это первый метод, он самый простой для расчетов. Второй метод, это метод называется «шаг вперед и два шага назад». Значит, что он из себя представляет? Ну, понятно, да, из названия, что вы в нагрузках делаете шаг вперед, два шага вперед, вернее, и делаете потом шаг назад, как бы отступаете. Для чего это делается? Для того, чтобы организм ваш привык к нагрузке. Значит, предположим, возьмем такое упражнение, как подъем, ну, самое простое для восприятия, это подъем штанги на бицепс стоя. Вот, предположим, мы работаем в понедельник с этим упражнением. В понедельник мы сделали вес, равный 50 килограммам. Вот это наш первый шаг вперед. Шаг вперед. Значит, в следующий понедельник у нас опять тренировка в этом упражнении. Пишу второй понедельник. Мы делаем шаг вперед следующий, 55 килограмм, второй шаг вперед. И третий понедельник мы делаем шаг назад, возвращаемся на нагрузку 50 килограмм. Пишу шаг назад. То есть вот вы видите, два шага вперед, один шаг назад. Как пойдет дальше, чтобы было понятно? Четвертый понедельник, снова шаг вперед, уже вы делаете вот этот вес, 55 килограмм, 55 килограмм, шаг вперед. Пятый понедельник, уже 60 килограмм, второй шаг вперед, второй шаг вперед. И шестой понедельник, вы делаете опять шаг назад, но это уже будет не 50 килограмм, а 55 килограмм, шаг назад. То есть вот на 6 недель получается вот такой цикл, состоящий из двух шагов вперед и шага назад. Еще раз поясню, для чего это делается. Это делается для того, чтобы не скакать сразу на какие-то веса, это очень тяжело, а для того, чтобы ваш организм привыкал к нагрузке и постепенно вы выбирались на какие-то внушительные рабочие веса. Вот в этом подходе, который я вам сейчас рассказал, работать нужно примерно, выделять опять-таки целевые упражнения, в которых вы хотите прогрессировать, и работать стандартно. Можно пирамидой высчитывать вот эти шаги, можно работать в одинаковом режиме, то есть там, предположим, 5-6 подходов по 6-8 раз. То есть здесь уже зависит от вашей фантазии. В любом случае этот метод будет работать. Значит, и третий метод, это самый сложный метод для восприятия, но он, на наш взгляд, является самым эффективным методом. И он очень хорошо проверен. Вот, в частности, мой ученик Евтушенко Сергей готовился по этому методу на турнир A1 Russia Open и стал там весовой категории до 100 килограмм третьим, то есть бронзовым призером. Уступил он всего лишь таким спортсменам, как Костадинов, которого вы все знаете, и Борсков из Крыма. Это очень сильные соперники, очень серьезные. И я еще хочу заметить, все, кто смотрел поединки Сергея, его болельщики, они отметили такой момент, что Сергей проиграл не по силам ни в коем случае, а проиграл он технически и тактически. То есть немножко ему не хватило опыта там в борьбе. Это я говорю к чему? К тому, что вот эта методика, по которой он готовился, она на нем проверена, еще на многих ребятах. И она, на наш взгляд, является самой эффективной. Вот сейчас я о ней расскажу подробно. Здесь очень внимательно. Значит, по этой методике мы делим все наши тренировки на сплиты. Сплиты. У нас получается сплит А и сплит Б. Мы делим его у нас в клубе таким образом. А, сплит А, это крюк и спина. То есть все упражнения, которые касаются крюка и спины. Сплит Б, здесь у нас работает немножко совсем грудь. А, работа на грудь в жиме штанга лежа, мы это делаем. Там работает и трицепс великолепно, и плечи. Плюс здесь работает верх. Вот. Грудь и верх. И сплит А, это крюк и спина. Кисть,
работает у нас и здесь, и здесь. То есть мы выбираем упражнения так, чтобы кисть у нас работала всю неделю. Значит, с плиты А и с плиты Б. Еще раз, А это крюк спина, Б это грудь и верх. Теперь идем дальше. Тренировку А мы делим таким образом. А и Б. Это тренировки тяжелые. Тяжелые. И тренировки А1 и тренировки Б1. Это тренировки легкие. Тренировки легкие. Упражнения одинаковые. А и А1 упражнения одинаковые. Б и Б1 упражнения тоже одинаковые. То есть делятся они только по нагрузке. Тяжелые, легкие тренировки. Для чего это делается, я сейчас расскажу. Значит, на тяжелых тренировках мы работаем таким образом. Мы задаем, берем, вернее, за 100% не одна повторный максимум, а тот вес, которым вы можете работать от 6 до 8 повторений. То есть вот я пишу 100% это 6 повторный максимум. Это важно запомнить. Не одна повторный максимум, а 6 повторный максимум. Значит, высчитываем мы на тяжелой тренировке еще раз таким образом. Первый подход 30% от 6 повторного максимума делаем на 20 раз. 40% от 6 повторного максимума делаем на 10 раз. Это разминка. Это у нас идет разминка, она обязательна. Далее мы берем 75% на 6 раз. И, внимание, пятый подход у нас это целевой подход. Здесь мы берем 100%, то есть 6 повторный максимум, и делаем его до отказа. Делаем его до отказа и обязательно считаем, сколько раз. Это может быть не 6 раз. Возможно, вы неправильно подобрали вес и сделали там 10 раз, 15 раз. Это не страшно. Главное, чтобы вы сработали до отказа. И последний подход, шестой, это 105% от 6 повторного максимума. Делается он также до отказа. Вот это наши тяжелые тренировки А и Б. На легких тренировках вы делаете все то же самое, то есть 30%, 40%, 75% и количество раз такое же, 20, 10, 6. И здесь пятый, шестой подход вы делаете не отказной, а делаете также 75% на 6 раз и 75% на 6 раз. Это у нас легкая тренировка. Для чего она делается, вы сейчас поймете. Вот сейчас я распишу, как распределять вот это все, да, наше непонятное, по неделям. Значит, первая неделя, вы работаете. Предположим, у вас тренировка в понедельник. В понедельник вы делаете сплит А. Крюк спина тяжелый. В среду вы делаете сплит Б. Грудь и верх опять тяжелые. То есть получается, что в понедельник и в среду вы потренировались тяжело и до отказа. Соответственно, в пятницу наш организм уже потребует отдыха. Если вы работали действительно тяжело и до отказа, он его не может не потребовать. Абсолютно, да, что кривить душой, неважно, на фармакологии вы, без фармакологии. Если вы тренировались тяжело, организм потребует отдыха. Поэтому в пятницу мы берем А1. Легкую тренировочку проводим. И в следующий понедельник мы проводим тренировку B1, опять легкую. Получаем мы достаточную нагрузку и достаточный отдых. Делается для чего? Для того, чтобы когда мы в среду будем опять делать тренировку А тяжелую, наш организм был отдохнувшим, но не просто отдохнувшим, где-то валяясь на диване, а наши мышцы будут в тонусе благодаря легеньким тренировкам. И в среду на тренировке, следующая тяжелая, на тренировке А, вы сможете уже побить ваш вот этот отказной рекорд. Предположим, он был там 10 раз. Значит, в среду вы сделаете либо с большим весом, либо вы уже сделаете этот вес где-то на 15 раз. Это я вам говорю абсолютно искренне по опыту, потому что сам тоже так тренируюсь.
И далее в пятницу вы делаете опять тренировку Б тяжелую. То есть, я думаю, вот здесь так все понятно по процентам и потом, как чередовать нагрузку. Если для кого-то этот метод, самый последний и самый эффективный, оказался непонятен, прошу вас обращаться в наш паблик в социальной сети ВКонтакте, вы его все знаете, Skanderbeg Project. Там мы ответим на любые вопросы, касаемые всех, в общем-то, этих трех методов. И что касается вот этого метода последнего и самого эффективного, я сейчас попрошу Сергея Евтушенко, о котором я вам рассказал в начале, прокомментировать этот метод, насколько он был для него эффективен и насколько хорошо он подготовился благодаря ему к турниру E1 Russia Open. Так получилось, что пришлось служить в армии. Там я чуть похудел, так, килограмм на 25. Вот. Узнав, что состоится ежегодный турнир А1, решил, как раз я возвращался из армии и начал, собственно, подготовку еще там. Вот, собственно, по этому третьему методу. В принципе, программу мне отправлял по интернету Иван Доброрезов. По ней я занимался, по ней прогрессировал. Вот результат вы увидели все сами. Заметил, что восстановление вот благодаря этим легким тренировкам происходит в достаточной мере. И тренировки, которые происходят потом тяжелые, на них получается выкладываться по полной. Все, всем удачи. Вот. И еще я обещал вам рассказать о пользе жима лежа именно в тренировке армрестлера. Ну, здесь достаточно все просто. Многие это упражнение не приемлют для тренировки армрестлера. Мы, честно сказать, долго тоже экспериментировали и варьировали, стоит ли его вводить в наши тренировки, не стоит ли его вводить. В итоге, что я начал замечать? У нас в зале, вот, в котором мы тренируемся, тренировалось и сейчас тренируется очень много ребят, которые выступают по жиму лежа штанги. То есть не по пауэрлифтингу, а по жиму лежа. И, естественно, как любые сильные, там, здоровые парни, они видят стол, видят нас там, вот меня не совсем большого, там, борящимися. И они пробуют подходить к нам бороться. Зачастую мы одерживаем верх, конечно, потому что мы тренируем кисти, тренируем пронацию, они этого не тренируют. Но что я заметил? У любого жимовика, который жмет вес от 180 кг и больше, вот боковое движение, которое мы называем фронтальный нажим, оно просто непробиваемое. Оно железобетонное, это боковое движение. Я задумался как-то, почему так происходит, да? Ну, если честно, подробно не анализировал, но я думаю, происходит это потому, что, во-первых, от тяжелых весов в жиме очень хорошо укрепляются сухожилия, а во-вторых, очень хорошо работают плечи. Работает вот эта вот часть, да, приводящая. И работает трицепс. А трицепс нам важен в крюке именно как стабилизатор. И вот я думаю, что за счет этого у жимовиков очень хорошее боковое движение. Плюс к этому, да, что нужно сказать. Очень многие атлеты из мира армрестлинга высочайшего уровня, такие как Иван Матюшенко, Александр Воронецкий, Алексей Семеренко, еще многие, они жмут лежа достаточно внушительные веса. То есть Ваня Матюшенко, насколько я знаю, жмет за 200. Дзамбулат Цуриев в известном ролике, есть этот ролик в сети, жмет за 200. Саша Воронецкий, когда весил 65 кг, жал 180. Я считаю, что это показатель. И показатель того, что жим лежа, он в армрестлинге все-таки нужен. Естественно, могут возразить, сказать, что есть и достаточное количество атлетов, которые не жмут. Вот я знаю, что Хаджимурат Залоев, он не жмет больших весов. Он жим лежа выполняет, но с большими весами не работает. Но Хаджимурат Залоев – это уникальный человек по своей генетике. Плюс этот человек, он имеет возможность тренироваться 6 раз в неделю и должное внимание уделять рукам и нагрузке на руки, и своему восстановлению.
те, кто, как мы, не могут этого делать и тренируются 3 раза в неделю, я думаю, что такое базовое упражнение, как жимлёжа, им совсем не помешает. Вот, поэтому, в принципе, эта тема, она открыта для обсуждений. Опять-таки, призываю вас всех писать на наш паблик в социальной сети ВКонтакте и обсуждать эту тему, нужен ли, по вашему мнению, или не нужен жим лежа.